Добрый вечер. В студии Екатерина Абрамова. Вместе подведем сегодня итоги этой недели. Среда. Самый центр Лондона. Мост у парламента. Несмотря на то, что по данным британских спецслужб Халед Масуд – террорист-одиночка, ответственность снова у запрещенного ИГИЛ. Так было во Франции, в Ницце, также было в Германии, в Берлине и вот теперь в столице Великобритании. При том, что мэр Лондона – этнический мусульманин. Да и сам город давно уже называют Лондонстаном за максимальную толерантность к мигрантам. Лондонский террорист родился протестантом, а ислам принял уже в зрелом возрасте в английской тюрьме. Все подробности расследования этого теракта известны. К этой минуте у нашего корреспондента Дмитрия Барбаша. На Биг Бене ровно 14:40. Серый кроссовер только что въехал на Вестминстерский мост. Что произошло потом, многие приняли за страшную аварию. Я шел по мосту и вдруг услышал хруст и скрежет, как во время автомобильной аварии. Потом я увидел, как машина заезжает на бордюр. К счастью, она прошла мимо меня. Моя первая мысль была о том, что у водителя случился сердечный приступ. Потом я оглянулся, а вокруг меня лежали тела людей. Настоящий шок. Сначала автомобиль спокойно ехал по проезжей части, но вдруг резко вильнул влево. Переехал через бордюр и начал давить пешеходов. На тротуаре было много туристов. Одна из женщин увернулась и спрыгнула с моста в Темзу. Позже ее спасли прохожие. Машина продолжила свой путь буквально по телам людей. Проехав несколько десятков метров, кроссовер врезался в перила. Из него вышел человек с ножом и направился в сторону британского парламента. У входа в Вестминстерский дворец террорист напал на офицера, который пытался его обезоружить. Раздались выстрелы. Огонь открыли силовики. Преступник был убит. 48-летний полицейский Кит Палмер позже скончался в больнице от потери крови. Я сидел в кафе, как услышал выстрелы, причем очень громкие, где-то в 50 метрах от меня. И люди начали бежать, а из машины, которая врезалась в забор парламента, тоже выбежал человек, причем машина была всмятку. Из здания парламента охрана экстренно эвакуировала Терезу Мэй. На этих кадрах видно, как растерянный британский премьер идет к ней к машине, а совершенно в другую сторону. Ее и вооруженного террориста разделяли несколько десятков метров. Почти сразу власти признали, это был теракт. Чуть позже ответственность взяло на себя запрещенное исламское государство. Журналистом вышел мэр Лондона Садик Хан, пакистанец по происхождению. Первый мусульманин, который занял пост градоначальника в британской столице. Основная причина, почему террористы хотят напасть на нас, это разрушить наш образ жизни. Они не могут смириться с тем, что здесь, в Лондоне, процветает демократия. Мы уважаем свободу и права человека. Здесь вместе живут и уважают друг друга христиане, иудеи, мусульмане, буддисты. Мы не позволим террористам разделить нас. Террористом оказался уроженец Британии Эдриан Элмс. Так при рождении его назвали родители-мигранты. Как пишут британские таблоиды, его отец выходец из Нигерии. Имя на Халид Масуд мужчина поменял, когда увлекся идеями радикального ислама. Англичанином он так и не стал. Первое поколение стремится стать европейцами. Второе поколение уже недовольно тем, что они не имеют полноценного статуса и они дискриминированы. И часто это не связано с европейскими программами толерантности. Они себя так ощущают. Но уже 50 на 50 ощущают себя европейцами, а третье поколение вообще возвращается к своим истокам. Халид Масуд рассказывал знакомым, что он учитель в начальной школе. Но официального подтверждения этим данным нет. Британские журналисты пишут, террорист 2 года преподавал английский в Саудовской Аравии. Их сербские коллеги утверждают, Халид Масуд во время боснийской войны в середине 90-х воевал в рядах исламской группировки «Эль-Муджахид», бойцы которой известны расправами над мирным населением. Это люди, которые в начале гражданской войны в Боснии и Герцеговине сыграли решающую роль в формировании печально известной бригады «Эль-Муджахиды», которая действовала в рамках так называемого «третьего корпуса армии Боснии и Герцеговины». События в Лондоне сразу сравнили с парижскими и берлинскими. Нашли много общего. Террорист за рулем автомобиля, вооруженный ножом. Таких эксперты называют одинокими волками. И говорят про новую тактику запрещенного исламского государства. Атаку может совершить любой человек в любое время и в любом месте. Пропаганду через интернет,
пропаганду через публикации так называемого исламского государства, создается мотивировка у некоторых людей для совершения террористического акта. Они, я имею в виду ИГИЛ, в этом случае делает заявление, в котором говорит, что признает этого человека воином халифата. Все инструкции исламисты распространяют на соответствующих сайтах и через социальные сети. Ограничений никаких. Эти теракты называют слепыми, со случайными жертвами. Главная цель – резонанс и широкое освещение в СМИ. Халида Масуда даже не смутило, что в Лондоне проживают миллионы мусульман. На это ученые, в больших кавычках, Аль-Каиды ответили следующим образом, что Аллах разберется с этими людьми, они будут сделаны шахидами и займут почетное место в высших этажах рая, одесную, то есть по правую руку от Аллаха. Сколько таких одиноких волков в Европе, не знает никто. Шанс вычислить их равен практически нулю. Халид Масуд, по одной информации, попадал в поле зрения британской контрразведки в связи с экстремистской деятельностью. По другой, им интересовалась уголовная полиция. Но разглядеть террориста ни те, ни другие не смогли. Ситуация патовая. К сожалению, она патовая. Но отследить каждого просто невозможно. Ситуация и в Бельгии, и во Франции, и в Германии показала это. То есть вы представьте, что даже если это, условно говоря, там 100 тысяч человек находится под контролем, значит, это нужен миллион для того, чтобы эти 100 тысяч проконтролировать. Вот, 24 часа в сутки. Это нереально. Полиция продолжает расследование. В отеле «Престон Парк» в Брайтоне. Город расположен в 80 километрах от Лондона. Халид Масуд провел последнюю ночь. И его фраза, брошенная перед отъездом о том, что Лондон уже не тот, никому не показалась странной. There was nothing in the man's demeanor. В поведении этого мужчины не было ничего такого, что заставило бы подумать. Вы должны быть осторожны с этим парнем. Ничего, он был спокоен. Обыски прошли и в Бирмингеме. Здесь террорист снимал жилье. Бывшие соседи тоже не подозревали, что приветливый мужчина из квартиры напротив – исполнитель кровавого теракта в Лондоне. Он был вежливым, всегда говорил «доброе утро». У него была нормальная семья и маленькие дети. На центральных улицах британской столицы дежурят вооруженные полицейские. Власти не стали поднимать уровень террористической угрозы в стране. В обычном режиме работает и парламент, и правительство. Среди людей паники тоже уже нет. Скорее присутствует фатализм. Это все как-то сюрреалистично. Вам кажется, что вы в безопасности. Но после такого, понимаешь, когда ты выходишь на улицу, от тебя уже ничего не зависит. И ты никак не можешь изменить ситуацию. У полицейских в руках не только автоматы. Десятки стражей правопорядка почтили память убитого коллеги. Позже на Трафальгарской площади в память о всех погибших зажгли свечи. Дмитрий Барбаш, Кристина Биткулова, Ксения Крихели, Мария Солопова, Николай Савчин. Программа «Вместе». Ну вот такой вот прошедшую неделю увидели наши корреспонденты, операторы и редакторы. Мы же вернемся к вам в следующее воскресенье. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. «Вместе интересно».